На Брянщине прошел Всероссийский фольклорный фестиваль «Деснянский хоровод». Его участниками стали лучшие коллективы, которые хранят народные песенные традиции своих регионов. Разноцветие костюмов, народные песни, которые пришли, кажется, из глубины веков, отправляют зрителя в мир поэтичной славянской культуры. На большой фольклорный праздник в поселок Навля приехали 26 ансамблей из 10 регионов нашей страны. В числе участников – коллективы из разных районов Брянщины, а также гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Белгородской, Воронежской, Орловской и других областей. Один из старейших коллективов – фольклорный ансамбль села Афанасьевка Белгородской области. Он исполняет народные песни уже более 80 лет. Наша традиция, она славится вообще полифоническим красивым пением на 3-4 голоса. С самого детства нас учили бабушки, мамы наши, предки нас учили. Мы перенимали это все. Деснянский хоровод проводится на Брянщине с 2011 года. Тогда руководитель семейного ансамбля «Горошина» Иван Булаткин загорелся идеей большого фестиваля, который помог бы вернуть народную песню в село, некогда звучавшую в домах, на улице и в поле. Именно в селах как бы и не хотят это петь. Они подтягиваются к городу, стремятся петь под минусовки, а свое родное почему-то уходит. Задача подобных фестивалей и конкретно нашего деснянского хоровода – научить полюбить эту песню. Жизненные песни. Каждому событию они приурочены. Бывают и свадебные, бывают различные обрядовые. Это очень интересно. В фестивале приняли участие и артисты старшего поколения, и совсем юные исполнители. 17 лучших фольклорных ансамблей выступили на гала-концерте, который прошел в Брянске во Дворце культуры БМЗ. У каждого своя уникальная манера исполнения. Мы поем фольклор акапельно, вот, без музыкальных практически инструментов. Но наши традиции Тульской области, они вот, народных песен немножечко забыты или утеряны. Поэтому мы пытаемся сохранить то, что нам приносит экспедиция. На Брянщину, находящуюся на стыке трех славянских государств, не случайно приезжают коллективы из других областей. Брянские песни известны далеко за пределами нашего региона. Фольклористы из Санкт-Петербурга даже посвятили им свой сборник. Мы с 1997 года ездим в Брянскую область в экспедиции. Большая часть нашего репертуара, нашего ансамбля состоит из брянских песен и танцев. Коллективы, участники фестиваля не прибегают к стилизациям фольклорных произведений, стараются сохранить народные песни в их традиционной форме. Фольклор – это для любого народа, тем более в условиях глобализации, сохранение просто самоидентичности, то есть осознание себя как части вот этой страны, вот этой культуры или просто вот этой сельской местности. Все участники гала-концерта получили дипломы лауреатов конкурса. За 2 дня, которые проходил фестиваль, прозвучало более 100 песен, которые составляют сокровищницу фольклора разных уголков России. Оксана Смоловская, Максим Юркин, Сергей Онишкин, Вести, Брянск.